Фу, вот здесь начинается Пражский град. Первое, что нас встречает, это хороший вид на Прагу. Прям вся как на ладони. Отличное место, чтобы пофотографироваться. Ну и дальше уже непосредственно сам Пражский град, где собор Святого Вита и прочие достопримечательности, включая, насколько я знаю, президент тут заседает вместе с парламентом. Вот. Ну, сейчас пойдем, посмотрим дальше. Короче, тут на входе, значит, стоят два охранника, да, security. С одним все постоянно... Security. Ну а что, как? Я не знаю, как это называется. Гвардейцы какие-то, кардиналы. Национальная гвардия, да-да. С одним все постоянно сфотографируются, а второй вообще никому не нужен, походу. Бедный мазин. Неказистый какой-то в сторонке стоит. Пойдем это, его поддержим. С тем, что ли? Да. При входе в Пражский град вас ожидает небольшая очередь, буквально полтора землекопа. Так что лучше приходите вечером, когда народ рассосется. Вот. И тут Дениска сказал, что вроде как до 6 за деньги, после 6 бесплатно. Вот мы проверим эту версию. Ну, типа как на золотые очки. Вот. Че, погнали? Фу, попали мы в Пражский град. Вечером, я не знаю, вот днем платно или не платно, но вот вечером точно бесплатно. Нет, по-моему, днем бесплатно. Да? Ну, вот они просто так же досматривают. Я говорю, я же заглядывал, но... не увидел там ни кассы никакой. Ни... Да? Да. По-моему, бесплатно. Ну вот, видимо, да, видимо, бесплатно, но досмотр есть, как в любом этом. Логично, президент заседает. Правителей. А прикольно было бы, да, если бы увидели, сейчас идет президент. Здрасте. Как вас дела? Я от Вовы. Я от Вовы, да. Хотел привет передать. Ну вот это, кстати, напоминает, не знаю, как всегда, не напомнит, наверное, нифига. Это Дворцовая площадь, нет? Вот сюда фигануть столб, и все, и прям один в один. Может, у меня просто ощущение такие от площадей? Вот когда закрыто все, считай, со всех сторон. Ну, там не все закрыто, там она гораздо больше, во-первых. Ну, я понимаю, да. Но вот ощущения у меня такие же, как вот я на Дворцовой площади был. Она вам помасштабнее. Не знаю. Разы. Собор Святого Вита виднеется там вдали. Леточка, тут никто не сидит, правда, мне. Так, ну-ка там что у нас такое? Фонтан. Вот на день ВДВ, где купаться там надо. Самое место. Святой Петр. Святой Пол. Все святые. Пол. Че пол? Ну, Паулюс это как? Пол по-английски, если. Вот, что пишут? Офисы, что-то. Канцелярия, офисы. Канцелярия. Канцелярия президента. Тут этот местный, как его звать? Как администрация президента-то этот? Администрация президента. С очками, с часами-то здоровыми. Песков. Местный Песков заседает. По связям с общественностью? Да. Ну, он управляющий делами президента же вроде как. Ну, или да, был когда-то? Да, нет, в чем был ты сейчас. Да. Ну, тут как бы это. Так, ну такое ладно. Все, да? Площадь и площадь. Пошли, ну, там главное собор и золотая очка. Сразу несколько главных достопримечательностей в одном месте. А? В клетке сидел. В клетке? Ну, кто там только не сидел. Провинившиеся. Да. Вот, значит, там до сих пор сидит. Там уж колодец какой. Кто? Колодец какой, может, там из туристов кто-то предыдущих. Грохнулся. Так, что у нас здесь? Кто в тюремочке живет?
подразумевает, что никто. А, колодец. Ну, колодец, да, просто тут по колодец. А, туда он баблочки теряет. Да? Так, да. Давай залезем. Сейчас мы отобьем поездку-то. Давай. Заходите отбить подъездку, пожалуйста. Залез вечером. Подсобрал немножко бабла. Все. Там ценник какой-то даже висел. Не, там, наверное, какие-то, ну, днем даже золотовочка же за деньги, правильно? Поэтому что-то еще здесь тоже, какие-нибудь музеи, может, за не бесплатно. Короче, как говорится, дурной пример заразителен. Только, значит, сфотографировались, ну, в определенной позе, да, когда с земли практически снимаешь, и все, и все, короче, залегли. Поголовно залегли, да, в эту же позу. Так что, если где-то увидите человека, снимающего на карачках другого человека, это нормально. Это наше изобретение. Это нормально. Это наши авторские права. Да, я думаю, другого. Везде какое-то веселье, вот, что-то. Везде какое-нибудь... тонкость, фишечка получается. То эти, блин, с барабанами на Вацлавской площади, да, то здесь теперь. Я думаю, зря приписываешь все. Что? Авторские права, думаю, да, кому? Далеко не первый, кто раскорячивается. Ну, до нас тут никто так не делал. Ну, нет, ну, а сейчас, а все сегодня, может, мы там и показали дурной, ну, пример. Чуть дурной, это профессионализм, как говорится. Теперь все будут снимать лучше. Вовремя успели. Да, да, да. Сорда такая, блин, набежала. Не говори. Чудом ушли, чудом. Так, а прикинь, что тут днем творится. Вообще на вся площадь забита народом, если что-то это. Ну, один китайцев вот только сколько приехало. Там весь Китай опустел, наверное, просто. Все здесь. Ну, хоть правильно идем-то, вообще интересно. А куда мы идем? Ну, мы идем на Золотую улочку, но я только примерно помню. Я помню, что собор нужно было обходить с той стороны. Ну, наверное, сейчас. Пойдем, ну, кругом, грубо говоря. Он ведь на самом деле не очень большой, этот Пражский град-то. Так что заблудиться не получится. Что-нибудь да найдем. Хорошо. Да, слушай, вот средневековый Европа-то... красиво было. Не, да, конечно, не тут. Но это, ну, как сказать, у царских особ, конечно. Народ-то жил на таких трущобах. Ни туалетов, ничего не было, все на улице выливали. А тут-то... Они потому стены-то и строили, чтобы отгородиться от народа. Какие там нафиг эти осады? Это от народа, чтобы, не дай бог, кто не залез. Это да. Так огородился и живи себе спокойно. Ну, в принципе, я знаю еще одно такое сооружение. Москва-Сити? Москве, ну, почти. Кремль? Кремль. Тут отгородились и делают, что хотят вообще. Да у нас сосачи любят подгораживаться-то. Вон, на какую-нибудь Рублевку съездили, там такие заборы. Барвиха там всякая. Там вот тоже такие пражские грады. А внутри дворцы. Вот наш почетный эскорт. Да. Это защита от этих, как ты сказал? Камерунцев, кого там? А, гондурасцев. Гондурасцев. Они их преследуют. Сейчас будем депортировать. Конечно, такая толпа гондурасцев ходит. Надо в ухо востро держать. Естественно. Это как звезды на погонах. Кому-то доверяют, а кому-то... Долго учился, да? Кому-то и перочинного ножика хватит. Не заслужили больше. Как у нас. Это стройбат, да? Это такие звери, такие звери. Даже не дают, да-да-да. А, вон там площадка. А, да-да-да. Ну, мы сейчас сначала площадку снимем, а потом с площадки. По-моему, самое лучшее место знакомиться с девушками.
Они так бесстрашно все лезут. Так вот, парень полез фотографироваться. Первый дых туда. Все, девушка свободна. Ты добрый. Подошел, познакомился. Один типа это... Святое место пусто не бывает, да. Ой, по-моему, одно из лучших мест для фотографирования в Праге. Весь город как на ладони. Вот. Единственное, только площадочка, конечно, вот для обзора. Обзорная площадка очень маленькая. Не помещается народ, приходится ждать, пока освободится. Могли бы немножко побольше, пошире сделать. Вот.